хорошие новости буквально на каждом шагу. Жители Волгограда и я, Анжелика Антипина, докажем вам это. Квартира новая. Радует. Солнце. Радует. Дети хорошие. Все замечательно, все чудесно. Мир прекрасен. Осень золотая. Каникулы. Вот. Хорошо, вот гуляем, сходим по магазинам. Что мы знаем, правление чье будет? Что будет правление уже не человек над человеком будет править, а будет править небесное царство. А меня радует золотая осень, то, что я подругу свою сегодня встретила. Мы с ней в университете вместе учились. Счастья, счастливые дни. Сегодня, кстати, вечером собираюсь пойти послушать лекцию одного из наших профессоров в ОЛГУ. Правда, он преподавал не у нас, а на физмате, мы историки. Вот. И он будет рассказывать об устройстве Вселенной. Радует семья, друзья, близкие люди. Да, то, что занимаемся в любимой театральной студии. Победили в городском фестивале, заняли первое место. Вот. Много поклонников. Делитесь с нами радостями жизни, ищите себя в хороших новостях на нашем сайте.